как граждане могут взаимодействовать друг с другом. Ну-ка давайте вспоминаем такую штуку на том видео, которое я вам показывал. Скажите, пожалуйста, какое состояние энергетически выгодное, когда на орбитале один электрон или два электрона? Два. Отлично. Берем атом водорода. Причем берем против. Играем совсем простую игру. Водород находится в выгодном или в невыгодном состоянии? Невыгодном. Представим себе, что произойдет, если в пространстве встретятся два атома водорода. Ничего. Встретились два одиночества, а сейчас увидите. Чтобы вам легче было отличить, это у нас будет синенький водород, а это будет беленький. Скажите, синий электрон при движении по орбитали может попасть в эту точку? Может. Теперь вопрос, а куда он дальше полетит? Налево или направо? Направо. Он может и налево, направо. С какой вероятностью? 50 на 50, его же притягивают с одинаковой силой. В результате, как будет выглядеть орбита голубого электрона, начиная с этого момента? Вот оно. Причем, каждую долю секунды электрон успеет миллиарды раз побывать и вокруг этого ядра, и вокруг этого ядра. У него скорость чуть-чуть. Отлично. Допустим, у этого водорода был розовый электрон. Да? И розовый электрон залетел в эту же точку. С какой вероятностью он полетит налево или направо? 50 на 50. Как будет выглядеть орбита розового электрона? Тоже может зарядиться. Они должны отталкиваться. Скажите, пожалуйста, какое положение пространства займет эта парочка электронов? Хорошо, давайте вспоминаем. Давайте вспоминаем такую штуку. Гелий. У гелия на орбитале сколько электронов? Два. Какое положение пространства занимает? На концах перпендикуляра вот так. Они же отталкиваются. Они всегда будут в рамках общего облака, но облако-то у них стало общим. А теперь хитрый вопрос. Скажите, начиная с этого момента, сколько электронов вращается вокруг левого ядра? Два. Два. Это выгодное или невыгодное состояние? Выгодное. Еще раз, какое состояние энергетически выгодно? Два электрона. Вокруг этого ядра сколько электронов вращается? Два. Выгодное состояние? Да. Выгодное. Вокруг этого ядра? Два. Выгодное состояние? Да. Выгодное. В результате часть энергии оказывается для ядер лишняя. Сбрасываем. Часть энергии лишняя. Они перешли в выгодное состояние. Образовалась общая электронная пара. Вопрос. А теперь эти два атома друг от друга когда-нибудь отдаются? Нет. При каком условии можно их оторвать? А какое усилие надо к ним приложить по величине? Равные притяжения. Нет. Равные. Больше. Два раза больше, чем притяжение? Два раза больше, чем энергия, которую мы просили. Не в два раза больше. То есть такой же? Конечно. Вот смотрите, при образовании этого облака, да, часть энергии оказалась лишней. Теперь, для того, чтобы их все-таки оторвать, надо вернуть эту энергию. Только в этом случае они оторваются. А если мы энергию в системе не дали, они так и будут парой двигаться дальше. Как называться будет вот такая конструкция из двух атомов? Диполь. Нет, это не диполь, ни в коем случае, ни с какой стороны. Молекула? Это и есть молекула. Молекула водорода. Из каких атомов водорода она состоит? Двух. Из двух. Поэтому записывается H2.
молекулу водорода. Очень плохо путать значок атома водорода с обозначением молекулы водорода. Да? Вот тот водород, который находится в верхних слоях нашей атмосферы, который выделяется во время химических реакций и так далее, это как раз молекулярный водород, H2, где атомы объединены друг с другом. Хорошо. И вот теперь одно из очень важных определений, с которым дальше будем работать очень много. Химическая связь, образующаяся за счет общего электронного облака, за счет общего электронного облака, ковалентная связь. Ковалентная связь. Общие электронные облака стягивают атомы, сшивают их в молекулы. А теперь поиграем не с водородными, а с кислородными. Вот у вас, ну, ядро я не рисую, вот ядро. Вот один атом кислорода. Вот это его спаренное электронное облако. Вот эти два облака спаренные или нет? Есть там по два электрона? Ну-ка мы... Нет. Вот на этих облаках по одному. Что произойдет, если в пространстве встретятся два атома кислорода? У кого какие идеи? Кто может подойти к доске и изобразить? Могут ли они зацепиться друг за друга электронными облаками? А если могут, то как? Прошу. Ну, третий, давайте, все-таки это же кислород. Третий это же переходит. Ага. Ну, понятно. Все. Понял вас. Отлично. Возможный вариант, во всяком случае, логически возможный. А ну подумайте, а может можно еще лучше, еще устойчивее? Прошу. Так. Ну, заштрихуйте спальню. Отлично. Ребят, сколько ковалентных связей образовалось в этом случае? Нет. Давайте попробуем смотреть. Вот здесь летает розовый электрон. Вот по этому облаку летал розовый электрон. Когда встретились два атома, какая станет траектория розового электрона? Двойная. Вот так, а из этой точки? Вот так. Отсюда опять вот так, отсюда опять вот так. Вот облако розового электрона. А по этому облаку летал голубой электрон. После замыкания связи вот в этой точке, как будет его траектория выглядеть? Вопрос. Какое вещество образует более прочное молекулярное соединение, то есть соединение атомов внутри молекулы? Водород или кислород? Кислород. Кислород. Почему? Две ковалентные связи, а водород только одна. Хорошо. Ну а на остатке начинаем первый заход на самое важное вещество для жизни. Любой живой организм больше, чем наполовину, всегда из чего состоит? Вода, H2O.
Сварог. Спаренное облако. На спаренное облако кто-нибудь может присоединиться? Нет. Нет, больше двух электронов не может быть на орбитале. Вот эти два неспаренных. Так? Обязательно ли к другому атому кислорода присоединяться? Не, вовсе не обязательно. А что будет, если вот так подойдет водород? Как теперь будет выглядеть траектория водородного электрончика? Вот он летал так по S-орбите. После замыкания связи. Вот. На этой же орбите висел кислородный неспаренный электрон. Его траектория теперь какая? Ровно такая же. Сколько электронов на голубой орбитале сидит? Два. Отлично. Хорошо, теперь это облако неспаренное, энергетически невыгодное. Так, цепляется еще один водород. Вот. Вот так. После образования связи, как будет выглядеть траектория розового электрона? Вот такая. Вот такая. Может ли в простейшем случае еще кого-нибудь присоединить такая молекула? Обратите внимание, на всех орбиталях какое количество электронов? По два. Третий можно туда засунуть? Нет. Нельзя. Образовалась молекула, где соединен один атом кислорода с двумя атомами водорода. Молекула H2O. Вода, которую вы все знаете, но свойства которой, на самом деле, можно понять, учитывая только одну простую вещь. Возвращаемся к самой первой нашей модели. Ядро – это мама, электрон – это детеныш, который носится вокруг мамы. Хорошо. Теперь, в этом случае произошло объединение нескольких семей, нескольких атомов. Согласны? И образовалась вот одна розовая семья с парой. Кстати, что можно сказать по поводу спинов электронов розового облака? Какие спины они имеют? Разные. Противоположные. Это понятно? Отлично. В голубом облаке? Тоже. Хорошо. То есть у нас две молодые пары образовались. А теперь оказывается, что эта мама, ядро кислорода, любит своих детей намного больше, чем эта мама. Ядро водорода. Значит, меньше пристает, больше разрешает. И так далее. Как по-вашему, вот такая молодая семья чаще будет находиться в районе кислородного ядра или в районе водородного ядра? В районе кислородного. В районе кислородного. А какой знак у области пространства, где находятся электроны? Минус. Правильно. В результате в голубом облаке что получилось? Электроны чаще висят вот в этом месте. Вокруг кислородного ядра вещества. Значит ли, что они вообще не бывают здесь? Нет, бывают, просто реже. Хорошо. А тогда? Тогда очень важный вот такой момент. Скажите, пожалуйста, зимой в Москве бывает минус 5? Конечно. Бывает. А минус 25? Да. Бывает. Скажите, а какая температура теплее? Минус 5 или минус 25? Минус 5. Ага, несмотря на то, что она отрицательная, она ниже нуля, но по отношению к другой температуре мы всегда можем сказать, где теплее, где холоднее. Электронное облако, понятно, что оно всегда отрицательное. Просто заряд у электрона минус. Скажите, пожалуйста, будет ли в воде этот отрицательный заряд равномерно размазан или нет? Вот в голубом облаке все его части будут одинаковый минус иметь? Нет. Где будет больше минуса? В районе кислорода. В районе кислорода. Кислород сильнее притягивает к себе электроны, электроны здесь чаще. Здесь они реже. Вопрос, откуда взялся плюс в этом месте? А протон-то здесь остался? Остался.
пока водород жил сам по себе. У протона плюс один, у электрона минус один. Складываем, что получаем? Ноль. Атом электронейтрален. Ни у одного атома, целого атома, никакого заряда нет. Сумма зарядов электронов всегда точно равна сумме заряда протонов. А теперь у нас электронная плотность съехала в сторону кислородного ядра. А протон остался на месте. В результате, какой заряд в этой области пространства? Только равные единицы, больше единицы или меньше единицы? Больше единицы. Больше? Меньше. Меньше. Электрон-то здесь бывает. Да, но редко бывает. Грубо говоря, редко бывает. Вот такая область, когда мы сравниваем две разные зоны, так в физике такое сравнение будет обозначаться буквой дельта. Вот такой треугольничек, углом вверх, считается как буква дельта. В этом облаке есть дельта заряда. Так? Здесь у нас в районе водорода дельта плюс, а в районе кислорода дельта минус. Давайте разбираться с розовым облаком. То же самое. Абсолютно. В районе водорода что будет? Дельта плюс. А в районе кислорода? Дельта минус. Смотрим. Вообще вот такой молекулы. Будут и местные заряды образовываться. Нет. Будут и дельта заряда в молекуле О2. Нет. По какой причине? А сила притяжения электронов совершенно одинаковая в двух ядрах. Облака будут распределены равномерно.